Прикормка Дунаев серии «Спорт 2015» «Река». Прикормка серии «Спорт Река» – это самая молодая наша прикормка, которая только начала свой путь в отработке, в продвижении. Очень долго я размышлял о том, как ее сделать. На это, наверное, ушло лет 15 проб теоретических. И в итоге мы получили все-таки то, что я хотел. Это тяжелая, липкая, я бы сказал, очень тяжелая и очень липкая прикормка, которая не является самостоятельной смесью. Хотя, конечно же, как любая прикормка, она может привлечь рыбу в точке ловли, ее ароматика универсальная. Но эта прикормка все-таки не самостоятельная, а служит для того, чтобы адаптировать смеси селективные для конкретных условий ловли на течении. Объясню, как это происходит. Дело в том, что прикормки серии «Спорт», допустим, «Лещ» — это смеси, которые все-таки довольно активные и средней липкости и средней рыхлости. При их использовании в кормушке, при фидерной ловле, либо в поплавочной ловле при формировании шаров, эти прикормки, они очень быстро уносятся течением. И нужно дополнительно их утяжелять землей, либо другими компонентами. Серия «Река» — это прикормка, которая меняет механику селективных смесей и делает их более липкими, более тяжелыми. Она как бы приклеивается ко дну. Частички этой прикормки, они не уносятся течением настолько активно, как бисквитно-панировочные частички прикормок серии «Спорт», «Лещ» или «Плотва». В ее составе мы специально, очень долго разрабатывали специальный панировочный сухарь, который тяжелый. Он плохо пьет воды. Если вы сравните, какое количество вы добавляете воды в серию «Спорт» «Лещ» и серию «Спорт» «ИК», то вы увидите большую разницу. И будьте внимательны с этим. Эта прикормка, в отличие от всех остальных наших прикормок, она пьет мало воды. Это очень важно, чтобы вы не перелили воды и не получили клейкую, вязкую субстанцию. Прикормка все-таки должна распадаться и на течении, и в стоячей воде, и пускает, но на течении она должна ложиться по струе и ровно фиксировать точку ловли. Прикормка серии «Спорт 2015 река» — это прикормка желтого цвета. Я сторонник все-таки изначально желтых прикормок, потому что сделать из нее черную вы всегда можете с добавлением краски, а вот получить желтый цвет не всегда. На течении, особенно на большой глубине, а ловля фидером зачастую подразумевает, допустим, в наших широтах ловлю на большой глубине леща, требует часто ярко-желтых прикормок. Смесь средняя, крупная и с добавлением мелкой фракции, как я говорил уже, она очень липкая, она тяжелая, и тяжесть прикормки вы можете увидеть при замачивании двух смесей. «Спорт Лещ» или «Спорт Озеро», когда положите две по весу одинаковых примерно на горсть объемов прикормки, и увидите, что «Спорт Река» это гораздо занимает меньше объем, чем «Спорт Лещ». Это, еще раз напомню, не самостоятельный вид прикормки, а лишь прикормка, которая усиливает основные прикормки. Смесь имеет выраженный миндальный ванильный запах. Я считаю, что это один из универсальных запахов. Но он никогда не встречался в наших смесях, и мы решили попробовать в этом, потому что изначально опыт нашей команды показывал, что такие запахи при несамостоятельных смесях очень неплохо работают. Это был рассказ о прикормке «Дунаев», серия «Спорт 2015», «Река».